что это за процедура проводится? Это процедура прессотерапия. Проводится она аппаратом лимфомата. Закуплен он у нас буквально в феврале месяце, мы ввели в эксплуатацию этот аппарат. Применяется он при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях периферической нервной системы, ангиопатиях. Показан, пользуется широким спросом. И его действие, он убирает тяжесть нога, скованность, улучшает лимфоотток, кровообращение, последствия травмы, очень хорошо реабилитация на этом аппарате. Также женщины его любят за счет уменьшения жировых отложений в области, в проблемных областях. Скажите, пожалуйста, по времени сколько длится процедура? Процедура длится у нас полчаса, что вполне достаточно для эффективного курса. Скажите, есть ли противопоказания у данной процедуры? Да, у этой процедуры есть одно важное противопоказание – это тромбоз. Ну и у женщин это миома матки, тогда мы не делаем живот, делаем только ноги. И если камни в почках, тоже можно только ноги, отключаем верхнюю часть. Спасибо.